вот такой красивый вечер. Обратила внимание, что видео с крокодилами не пошло. Не пошло, не понравилось. Поставили дизлайки, написали, что мусульмане, как они могут есть всякую гадость. Ну, тайцы не мусульмане. И крокодил для них, ну, такое же существо, которое можно употреблять в пище. Я так понимаю, что как корова, допустим, или баран. Может быть, это и кажется гадом, да, но, извините, у них здесь другие животные, другой мир. Это абсолютно другая ментальность. И уж как-то нам не знать, что они не мусульмане, я не знаю. Вот. Они в большинстве своем буддисты. И если они едят крокодилов, значит, есть такое разрешение от их религии или как, я не знаю. Вероятно, это так. Ну, это так, небольшое отступление. Я даже как-то на эту тему и дискутировать не хочу, потому что это не наша культура, мы не можем их учить чему-то. И оценивать тоже не можем. Лучше посмотрите, какой прекрасный Сербский залив. Солнышко уже начинает опускаться. Я думаю, что часа через полтора уже совсем будет без солнышка, пока оно очень греет, жаркое такое, потому что утром не очень тепло было, 8 утра, а сейчас прогрелось все, воздух теплый, ветер теплый, я думаю, что и океан теплый. Я так понимаю, что здесь вижу тамарин, смотри, какой он красивый, серо-зеленый, вот он вынут, 50 бат такая упаковочка, ну, я не знаю. Какой он по вкусу свежий, честно, не пробовала. Ну, какой-то маринованный, там, не маринованный, а подсушенный, не знаю, что. Вяленый. Пробовали. Ну, такой кисловатенький. Мне нравится тамариндовый соус. Вот. Из пассажа. Так, вот здесь, может быть, нигде не могу купить простую вещь. Самую простую вещь. Сейчас, наверное, я здесь ее и поищу. Кепок, панамок, шляпок. Это оптовый магазин. Здесь в основном, я так понимаю, закупаются русскоговорящие люди, которые все это потом чудеса увозят. Смотрите, алоэ 99%. Вау. Увлажняет. Классно. А вот это что такое? Танако. Интересно. Пудра и фаундейшн. Алоэ вера серум 99. Здорово. Сколько ж такая стоит? Ой, что-то упало. Так, и все-таки я пришла за конкретной вещью. И эту вещь мне надо найти. Какой-то крем. My choice. Я не знаю, что это такое. Но это мы еще выясним. Массажерчики. Тоже хорошая вещь. Вот где-то здесь, кстати, это и может быть. Где-то здесь. Вот зубные щетки, да, вот что-то такое, расчески. Потом, конечно же, мне напишут, что я цены не показывала. Маска. Одна штука 10 бат. 10 штук 80 бат. Но дело в том, что мы еще будем показывать много чего. Так, коллаген. Козье мыло с коллагеном. Тут уже надо будет взять с собой несколько штучек. Почему же нет ни в одном магазине, в аптеке? Странно. Это что-то китайское, нам и не понять. А хотелось бы. А хотелось бы. Вон сколько алоэ. Офигеть. Вон сколько алоэ. Толстая алоэ вера солнечный ожог, толстая твердая кожа, смягчить кожу. Так смешно написано. Алоэ вера. Это гель. Паночка, просто не в такой штуке. Я думала, это салфетки. Ну да. Это еще и со снейлом. С экстрактом улитки. Может быть, купить. Ну тут вообще
сделано в Корее. 99,4. Я даже не знаю, какой лучше. Какой лучше? Не знаю. Господи, их здесь миллион. Маленькая баночка, кстати. Вот этот, мне кажется, хотя, наверное, надо, чтобы он был оригинальным. Жидкий, что ли, какой-то. Сиан, это вот, видимо, тайский. Собственно, чем он отличается, да? Ничем. Фейс-крем, алоэ вера. Но вот крем я здесь не использую. Здесь совершенно не нужно. Это фаундейшн, то есть под косметику. Меня, конечно, привлекла вот эта штучка, потому что она в Корее сделана. Но там непонятный цвет. Наверное, это просто такая упаковка. Там все понятно внутри. Да, по-корейски что-то есть. Честно говоря, вот эти мелкие я и не увижу. Нет, не увижу. Видите, сколько здесь алоэ. Ну, с витамином С это опасно, наверное. Вот это Skin Gel. Тут по-русски что-то написано. Не надо такое. Господи, сколько здесь всего. Что это за 69? Это ремувер какой-то. Очищающая пенка, хэр-тоник, надо такое, покрасить чего-нибудь. Нони, это шампунь, что ли? Нони, Милк Ай Маск, Нони, шампунь, Мангустин, шампунь. Маски вот они эти любят, я, честно говоря, не люблю маски. А вот еще есть такое, да. Серум, алоэ вера, серум. Сколько там? А, вайтенинг. Все это отбеливает. Нет, не люблю. Отбеливающее? Не хочу. Я и так все отбеливающие хожу. Нет, вот это вот эксфолиенш. Вот это вот кислота отшелушивающая. Вот что-то рисовое. Вот рисовое я очень люблю. Рисовое я очень люблю. Глицерин в составе есть. Непонятно. А, тоже гель. Ну, рисовая это, конечно, вещь. Корейская, что ли?